Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. С сегодняшнего дня я начинаю заниматься волонтерами студенческого отряда Кузбасского государственного технического университета под названием «Скала», то есть это спасательный отряд и волонтерское движение. И они открыли у себя одно из подразделений, такое как кинологическая группа. То есть вот она моя специализация. Меня пригласили для того, чтобы я начал с ребятами заниматься. Первое вступительное занятие у нас уже было. Ну и, соответственно, сейчас мы будем заниматься уже... Сначала изучать теорию, потом будет практическое занятие. Теория, практическое занятие. То есть я думаю, что... воспитаемые достойных кинологов, которые будут приносить пользу обществу. Вот завалы, арматура, кирпичи, и команда прозвучала «Рекс, ищи!» И с надеждою большой ты и верный друг с тобой вошли в пыльные обломки, словно в бой. И с надеждою большой ты и верный друг с тобой вошли в надеждою большой ты и верный друг с тобой вошли в пыльные обломки, словно в бой. Ты кинолог и спасатель два в одном. Ты всегда идешь на помощь с верным псом. Что нам впереди, не зная, ты живешь, судьба такая, по следам беды шагая в тот пролом. Что нам впереди, не зная, ты живешь, судьба такая, по следам беды шагая в свой пролом. Заблудился кто в пути, и дорогу к дому ему не найти. По следам мохнатый друг влез густой, направит бег, и находится обратно человек. По следам мохнатый друг влез густой, направит бег, и находится обратно человек. Ты всегда идешь на помощь с верным псом. Что там впереди, не зная, ты живешь, судьба такая, по следам беды шагая в свой пролом. Что там впереди, не зная, ты живешь, судьба такая, по следам беды шагая в свой пролом. Ты всегда идешь на помощь с верным псом. Что нам впереди, не зная, ты живешь, судьба такая, по следам беды шагая в свой пролом. Что нам впереди, не зная, ты живешь, судьба такая, по следам беды шагая в свой пролом.